Вы сегодня на моем канале Эльбина. Хочу приготовить для вас очень интересный торт. Если вам хочется побаловать себя выпечкой, не обязательно для его приготовления использовать сахар. Предлагаю вам рецепт, как приготовить такой торт без сахара, который оценят все члены вашей семьи. Калорийность такого блюда будет значительно ниже, чем обычно, а значит, оно не причинит вреда для вашей фигуры. Для приготовления теста яйцо разбить в чашку. Добавить растаявшее сливочное масло. Стевия, заменитель сахара. Также муку, разрыхлитель. Ванильный сахар. Все компоненты размешать и замесить тесто. Тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 20-30 минут. Разъемную форму обильно помазать маслом и притрусить мукой. Достаем тесто из холодильника и раскатываем или с помощью пальцев растягиваем тесто по дну формы и поднимаем бортики из теста на высоту 3 сантиметра. Включаем духовку для разогрева на 180 градусов Цельсия. А теперь займемся начинкой. Яблоки нужно хорошо помыть, вырезать сердцевину, затем яблоки мелко порезать или, как я, натереть на крупной терке. Измельченные яблоки выкладываем на дно разъемной формы. Теперь делаем творожную начинку. Разбиваем яйца, одновременно отделяем белок от желка. Белки взбить до пены и отставить в сторону. В отдельной миске выкладываем творог, желтки яиц, стевия порошок.
ванильный пудинг. Ванильный сахар. Сок половины лимона. Все вместе пробить миксером и хорошо перемешать до образования однородной массы. Аккуратно вмешиваем взбитые белки с творожной массой, чтобы не нарушить структуру теста. Творожную массу выливаем в форму на поверхность яблок. Творожную массу хорошо разравниваем и ставим форму в заранее разогретую духовку. Выпекать будем при 180 градусов примерно 60 минут. Готовый торт вытащить из духовки, охладить. И затем можно посыпать поверхность сахарной пудрой. Приятного вам аппетита! Записывайтесь на мой канал. Я в дальнейшем буду вас удивлять новыми интересными рецептами. До скорой встречи на моем канале в YouTube Эльбина. Буду ждать вас.